Доброго всем времени суток. С вами Тексер. Ай. Споткнулся, бочку упал. Бочка гора. И мы играем Far Lone Sails. Интересную и необычную игрушку, которая опять сохранилась в хрен знает где. А, чё прыгают, собственно? А, ну да, я понял, чё прыгаю. Надо пылесос включить. Ой, ёлки! Ну, я всегда промахиваюсь. Спалил впустую. Что могу сказать? Так, бочка, блин. Я бы тебя куда-нибудь засунул, конечно. Но уже некуда. Уже на всех крючках висит что-то хорошее. Фонарь. Фонарь нафиг. Не нужен нам направленный фонарь. Ну, может быть, в нем с ним можно ходить, когда там вот, миссии всякие, да? Но мы и так неплохо ходим. Так, я могу обычный светильничек взять. Че, погнали? Так, ветер навстречу, поэтому поехали. Это многоног этот. И во что-то мы тут уперлись, я помню. А судя по тому, что у нас нету чего нажимать, может это дело тараном как-то взять? Так, как можем это тараном взять? Дым пошел, смотрите. Вот так можем это тараном взять. Здорово. Погнали дальше. Победа. Впереди ничего нет, поэтому пойдем-ка мы заправим. Давай, опускайся. Да и пожалуйста. Ой, слушайте, модель кораблика видели? Вон он лежит. Так. Да, блин, ну... Двухмерочка, конечно, штука хорошая, но вот эти моменты, когда не можем что-то куда-то, это, конечно, не очень момент. Так, погнали. Смотрим. Пусто. Летим. Ветер навстречу, поэтому мы ничего такого растопырить парус не можем. И смотрите, у нас топливо начало уменьшаться. Не, ну я, конечно, жадный, все такое. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, град. Град пошел. А интересно, он кончится? Или нет? Я пока схожу за бочкой. Просто тут как? Я вот спрятался под навесом, да? Навес-то очень вовремя. О чем это говорит? Это говорит то, что возможно, возможно, я должен тут град переждать. А может нет. Может я должен ехать дальше. Неизвестно. Никто этого не знает. Давайте посидим, немножко посмотрим. Меняется что-то, нет? Мне кажется, ни хрена. Мне кажется, ты должен сквозь град ехать. Тишина, покой. Погнали. Мы на танке. Черт с ним. Я, конечно, думаю, сейчас меня навешает. Ну. Да, 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 да. Пошли удары. Видите, он там. Все. Кирдык парусу. Скорость нас спасет.
Мы так перебежками, видимо, будем двигаться. Так, что там еще? Вверх надо, да? Знаете, я, пожалуй, чердак даже чинить не буду. Парус, в смысле. Потому как глупо. Его сейчас опять раздолбает. Я починю печку, хотя вот как печки настучало, да? Непонятно. Я починю двигло. Так, а что у нас еще тут? Какая-то косая штука. А, это сзади который. Подборщик. Давай подборщик еще починим. Вот. А пару чинить не буду, черт с ним. Так. Затаримся. Блин, с подвала-то все уже унес почти. Там, а, вон там впереди в люке лежит еще. Ладно. Не все унес. Давайте вот так. Ну что, погнали. Град не кончается, нам придется ломиться. Вперед, мой танк. Что, кончился? Не, идет еще. Ну, уже такой вяленький. То есть парус-то можно было бы. Полетели. Да, слушайте, кончился. То есть надо было сквозь него ехать, не ждать. Ну, парус пока не чиним, потому что там без паруса пока. Ай-яй-яй-яй-яй. Что вы там? Ишь, тормозит. О, очередная... Блин. Ведь чувствовал же, что надо тормозить, а? Что тут валяешься, неведомое нечто? Так. Ну, мне надо через верх прыгать, я понимаю. Зарядились. Нас ждет очередная головоломка, я так понимаю. Починим парус в честь этого достойнейшего события. Починили, что ли? Что-то у меня такое ощущение, что не... Всё, вроде... Вот теперь вроде починили. Ну что, погнали? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я сошла с ума. Ах, какая досада. Ой. О-о-о. Вот это, походу, головоломка. Да я вагонетка, не трогай меня. Так. В принципе, не особо она меня не трогает. Так. Что, погнали кнопочки нажимать? Тыц. Ладно. Что-то там у нас греется, я так понимаю. Едем дальше. Дальше меня прилечает вон то колечко. За него же надо наверняка дернуть. Смотри, что-то полилось. Так, порция ушла. Я так понимаю, это расплавленный металл. Надо, наверное, вагонетку было туда подогнать, да?
А, это сюда не запрыгну, если вагонетку подгоню. Ну, сейчас посмотрим, что это будет. Если чего, он еще раз зажжем. Опа! А, нет, все нормально, там шестеренка. Что мне подскажет, что оно мне понадобится дальше? И вагонетка понадобится. Мне все. Хотя, может быть, вагонетка была только тут нужна. Не везет он на меня. Ладно. Такие эпичные шахты какие-то. Вагонетка, кстати, обратите внимание, с этим, с фонариком. Да, не нужна мне вагонетка. Так, залезу. Так. А, ну да. Вот сюда, видимо, надо одеть вот это. А, вон наверху печка. Взять вот это. Эть. И прыгнуть на это. Нет, все просто оказалось. Я думал, будет все хуже и страшнее. И... Да, и печка поехала вверх. Я затрудняюсь сказать, для кого нужна такая конструкция странная. Вот для чего она может служить вот так вот? Ну, не то, что в быту, а в жизни. Непонятно. А вот мне бочка подарком, да? А я возьму. А я сюда, по-моему, не дошел, да, в прошлый раз, когда... Я раньше провалил. Нет, я... Я вообще не понял, через что я шел. Ну ладно, это не важно. Главное, что у меня прибавилась и еще одна бочка. Я когда-нибудь оттуда не выберусь. Так. Но я не жадный. Я просто запасливый. Интересно, да, вот где? Боюсь я их, этих баллонов с огнем. Погнали. Так, возможно, придется тормозить резко. Не, пар, даже не думай. Да, придется. Ну, я успел, я не врезался. Так, и мы едем куда-то вверх. А пока мы едем вверх, неплохо заправиться. Поедем-то мы, конечно... Слушайте, внизу все кончилось. Так, ладно. Вперед. Ветра нет, да? Да. Итак, между мной, так сказать, голодной смертью, 7 бочек обычных, пара ящиков и вот эти вот странные бочки. Нормально. Уху! По газам! Красотища. Эх, открытое достижение full... Что-то там. Full time, по-моему, или full throttle. Не успел прочитать, а плюс у меня еще там это кусочек оверлея в углу висит. Вы его не видите, но он есть. А, топливо, 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 топливо. Под канал я никогда не попадаю. Так, что, последний ящичек? А, у меня, кстати, подбиралка. Да, блин, что я творю? Не работает, а тут есть ящичек, к слову-то. Так, все, снизу все ящики выгребли. А, нет, не все, там часть вон туда к кнопке убежала наверх. Вот я запасливый-то, аж приятно. Вон кнопки ребятки лежит два ящика. А вот еще два ящика к нам едут. Живем. Я чувствую, я к финишу игры прибуду на забитом топливом корабле, который тут. Вперед! Тише, тишина пока. Так, пойду заправляться, когда надо будет еще с заднего этого освободить запаса. Вперед! Давай, давай, давай. Так, все, пора назад уже идти. Да не туда, а назад. Так.
кажется, да? Вот я мечек вот этих нахватал, да? Сюда. Зачем я это сделал? Не знаю. Я дикий. Блин, сколько у меня тут всякого. Ну ладно, мяч пускай лежит. Мяч пускай лежит, коробка пусть стоит. А между тем наступило утро. Че, мы видим? Ничего мы не видим. А, мы видим. Как же не видим? Видим. Время запускать парус и экономить топливо. А? Красота. Кстати, сейчас не схожу. Я жму кнопку. Бум. Гейзеры какие-то, смотрите. О, и вышли на равнины. Исландия? Возможно. Ну все. Движок остановился, мы теперь под парусами идем. Ну нормально, идем, вроде не буксуем. Возможно, если бы мы шли на движке, мы буксовали, а с парусами все хорошо. Такой, как плуг по снегу идет. Красиво. Такой мультик. Сейчас гейзер зашипит, я знаю. Надеюсь, он не по мне зашипит. Я ж не по нему еду. Я сбоку не еду. Да здравствует попутный ветер. Хотя я все жду, что будет момент, где у меня не будет никакого топлива, я должен буду там ползти вот на все, что запас. Потому что, согласитесь, запас я до хрена. На самом деле, можно, наверное, еще такой же маршрут проделать на этом топливе. Но это должно какому-то меня испытанию готовить такое количество топлива. Не просто так оно разбросано. При общей такой линейности игры, то есть мимо топлива не пройдешь, искать его особо не надо. Что-то в этом должно быть. Так, у нас не фростпанк начинается, то есть начнет машина замерзать. Куда-то мы приближаемся. Вот когда, всегда, когда что-то на заднем плане появляется, какие-нибудь камни, дома, еще что-то, мы куда-то приближаемся. Смотри, снег как пошел. Красиво. Мы прям путешествуем через разные климатические зоны. У нас было болото, мячик лежит. Было болото, да, было высохшее море. Вот это уже нифига не море, по-моему, высохшее. Это что-то, может, и море, кто знает. Град был, дождь был, снег был. Гейзеры посмотрели. Вот там сейчас, наверное, прятаться пора. Не видно. Ну, тут какая-то стоянка полярников. Так, и флажок что-то заизвивался, у нас, возможно, сейчас ветер-то кончится, да? Придется опять движок включать. Но втянешь на подъем. Ветер. Ветер, мне кажется, втянет, да. Шлагбаум? Вы серьезно? Бабах. Еще паровоз такой. Так, мне надо... Блин, мне нахрена чего надо? Мне надо и там разгрести пылесос, и следить за тем, куда мы едем, собственно говоря. Мост какой-то. Я бы остановился, порядок навел. А, собственно, что мне мешает-то? Бах! Ай! И в ужасе запрыгнул в машину. Ну, зато могу порядок навести. Ай! Все, мы приземлились. Нормально так. Так, заправься. Мячики. Коробочки. Коробочки мы будем... Ай-яй-яй-яй. Кыш-кыш-кыш-кыш. Коробочки мы можем опять внизу складывать. Блин, а вот баллоны меня уже...
Как хорошо, что там ничего нету. Баллон меня уже порядком подзадолбали вот эти вот. Я не знаю, куда их. Блин, нажал на кнопку. Прощай, топливо. Ладно, давай сюда баллон. Я их просто боюсь использовать. У них страшный вид какой-то такой. Неиспользуемый. Так. Да... Ладненько. Ну что, пойдем осмотримся. Ну тут я ничего не могу. Непонятно, Фед. Ящик не могу взять, самое главное. Самое главное взять ящик. Да прыгай ты. А главное, крючков-то свободных уже нет, куда засунуть. Я вот отсюда возьму ящик. Но выйти я никуда не могу. Тут тупик. Я могу попробовать эту штуку выпихнуть вперед. Да, я могу, да. Так, ну что, пробуем, наверное, тогда пихаться. Да. Главное успеть затормозить. Пошел? Не пошел? Стоим. Так, неплохо. Что дальше? А, дальше нам, видимо, влево. Видимо, влево. Бочка, видимо, подарок, поскольку я там не вижу. А? Нет? Так, по-моему, я и пнул бочку. А я умею пинать? Странно. Ай, какая бочка. Во! Надо скормить эту штуку. Какой-нибудь местной печке. Посмотри, что будет. Баллон этот. Так, что у нас тут? От чего дверь? Посмотрим, там что-то искрит, что ли? Сейчас поглядим. А, нет, там вода льется. И дверь приоткрывается. А, мы можем воды налить. Так, тут надо подкатиться, видимо, поближе. Давай, иди сюда. Иди сюда, моя машина. И налить туда воды. Так, вот так вот. Это мы можем. Так, лишь потом что-то чинить придется, да? Сверху, да, сейчас прыгнем и воды нальем. А? Хе-хе. А тебе надо успеть пробежать, пока она крутится, наверное, да? А, нет, она назад не падает, нормально. Зря боялся. Ну, кнопь. Тыц. А меня... забыли. А, нет, все нормально. Так, теперь я, видимо, иду туда. Ну, тут вообще все просто. Тут лебедка. Крючок. Все понятно. Без проблем. Единственное, что проблема, это ящики, которые сюда каким-то макаром уехали. Это мой НЗ. Погнали. Стоп, 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 а я что еду? Ну, в принципе, пофигу. Еду и еду. Сейчас упрусь, не буду ехать. Ну, это все. Надо было на тормоз просто встать. Давай, поднимайся. Все уже поняли. Все. Заполняем. Бросаем. Едем. Так, ладно, следующий пит-стоп у нас будет, наверное, конец серии. Можно было вот тут, конечно, на выходе остановиться, но ладно. О, у нас ветер попутный.
И пошли по рельсам, как. Ух. Так, парус. Отлично. Романтическое плавание продолжается. То ли дорога, то ли рельсы, хрен поймешь. Сильно не отодвинешь уже. И снова снега. Железная дорога. Шпалы видны. Ничего там больше нет. Нет. Ну что ж, на этом, да, серию заканчиваем. Всего хорошего. И до новых встреч.